последние пермские минуты холода. И мы уже через 4 часика будем находиться в Дубае. Вместе с моей Анюткой. Вот мы и добрались. В теплый, жаркий Дубай. Только выхожу из аэропорта. Длинное время, поэтому огромная просьба, приходите, пожалуйста, вовремя. Вот так вот. Дальше по... Айна, красота какая! Это наш. Это наш или не наш? Нет. Это не наш. Но красивенько. Тепло, хорошо. Не знаю, пойдем посмотрим, пойдем покажем наш маленький номерочек. Вот такой номерочек. Очень даже миленький. Но могло быть и получше. Решили немного перекусить. Вместо риса мне принесли картошку и шашлычок. Анютке принесли белую рыбку, тоже с картошкой. И супчик еще она скушала. Тут у нас находится тренажерный зал и бассейн. Скорее всего, сейчас пойдем качнем плечи, пока ждем ПЦРТ. Вот. Там наш номер где-то. Наверху. Это у нас местный такой зал. Тренажерный зал при гостинице. Ну, ничего такого сверхъестественного тут, конечно, нет. Не кербитов джим, но потренироваться, в принципе, можно. Достаточно неплохо. А еще самый прикол, что можно потренироваться, выйти на улицу. Блять. И окунуться в бассейн. Это вообще кайф. Вышли на уличку. На улицу. Пройтись до торгового центра, посмотреть по еде, по шмоткам, что и как. Так что отправляемся в нашу вечернюю прогулочку по ночному Дубаю. На улице, в принципе, тепло, но могло потеплее, так как немножко все-таки прохладненько. Да, Анютка? Да. Мы в кофтах, кроссовках и в толстовочке. Мы купили все самое... Отыскали магазин спортивного питания. Тут вместе с аптекой, все вместе. В принципе, выбор сейчас посмотрим. По ценникам тоже. А ЕД это умножаем на 20. Это будет цена за товар. Вау, коллаген крем. Казинчики. Димотай, Зенит, Ротыч. Вау, с ума сойти можно. Идем еще посмотрим пока. Витаминки, витаминки. Там же, скорее всего, идут просто... А, да, просто спортивное питание. Ну, так-то выбор, я бы не сказал, что сильно большой. Ну, если учесть, что это аптека, именно то по спортпиту. Ну да, для аптеки хорош. Идем дальше. Идем дальше. Увидели такое красивое здание. Не могли пройти мимо. Надо снять. А мы движемся все еще к торговому центру. Прошли уже очень много. Всех с добрым утром. Мы идем на завтрак, который будет проходить вот тут. Уже люди некоторые завтракают. Вот тачка какая стоит, кабриолетик. Вот такой у меня завтрак. Это рис с овощами, вроде бы не сильно жирный, и тостик хлеба. Чай, сахар зам. Ну вот так вот сейчас позавтракаю. Это у нас Анютин завтрак. Чего только тут нет. Очень много всего. Очень плотненький такой завтрак. Приятного аппетита. Спасибо. Зашли померить местную, так сказать, одежду национальную. Вот такое платьишко мужское до коленок. Как мне идет? Отправиться так в Пермь. Пока ходили за покупками, за подарочками, немножко подустали, решили перекусить вкусным чаем, сахаром и вкусной пироженкой. Пироженка для Анютки. Нашли Gold Standard в Дубае.
350 дирхам умножаем на 20. Фирменный. Так что если ты дома у калькулятора умножь, а мы еще посмотрим ценнички и ассортимент товара. БПС, недорожка, смотри, еще и кюра такие, да? Угу. Вот ценнички, примерно протеинчик хорошей фирмы, 260 дирхам. Вумен витаминки. Что-нибудь обязательно потом в дальнейшем привезем в Пермь. Закажем. Вернее, да? Вау. Кто говорит, что у меня ценники немножко завышены, так сказать, на Голдстандарт и на прочие бренды, так сказать, фирменные. Смотрите, 350 дирхам — это 7000 рублей, если в переводе на русские рубли. Так что вполне, в принципе, цены у нас примерно такие же по России, так и у них. Вот такой магазинчик небольшой в центре Дубая, в торговом центре. Достаточно модное место считается у них этот торговик. Но отдельчик, конечно, такой слабенький. Немножко у нас не хватило на карточек денег. Мы нашли наши 150 долларов, которые сейчас обменяем на дирхамы. И пойдем дальше гулять. На Экспо! Да, Экспо. Сначала поедем на метро и доедем до Экспо. Так как такси стоит до Экспо примерно 2000 рублей. Обменяли баксы, взяли мы дирхамы местные. Это у нас примерно 150 долларов. В переводе на их денежки это где-то рублей... Что я говорил? 14-12? Да. Да. Идем тратить. Итак, вещаем мы из Дубая. Тут Анюта тоже что-то говорит. Наконец появилось, в общем, солнце. Мы вышли. Полны сил. Сейчас солнышко нас зарядит. Прогреемся немножко, подлечимся. Вот. Идем на Экспо. Добрались мы до Экспо. Пока еще только в этом городочке ходим. Вот у нас Анюточка. Сейчас фоткаемся в праздничной штучке такой. В праздничном шарике. И пойдем туда дальше кружить, гулять. Где-то... Вот тебя. Так, это у нас щелкунчики. Сейчас пойдем к ним сфоткаться, пока мы сделаем небольшой себе ланч. У меня чаечек. Хотел супика, не нашел. А Нюточки мы взяли вкусный салатик. Вот такой мини-ланч у нас вышел. С тобой сколько? 75 дирхам. 75 дирхам. Умножаем на 20. У вас получится стоимость в рублях. Так что вот так вот мы кушаем. Зашли мы в такой, как называется? Купол. Купол. Тут, видимо, светоподсветка такая. Тут сцена. Сейчас играют какие-то национальные мотивы. Вот был бы тут сейшн. Была бы, наверное, еще баща. О, Людка что-то снимает там. Вещает там что-то, да? Что там вещаешь? Зашли в первый павильон. Тут что-то вроде музея именно национальности. Ну, то есть да, разная атрибутика, которой, да, они ежедневную жизнь, так сказать, вели. То есть, видимо, чем охотились, убивали, вот копья разные, лук похожий, вот, видимо, на рыбу они, да, ходили. Идем дальше посмотрим. Да. Идем дальше смотреть. Тут у нас что такое? Какая-то информация, то, что они, наверное, выращивали, да, кушали основная еда. Это чем готовили? Да. Рыбки. Вот, видимо, на вот этих животных они в основное. А это у нас искусственное море. Волны такие не настоящие. Я иду по воде. Такой водопад. Там расположены камушки. Искусственный камень. Вода уходит. Люди купаются довольны. Очень даже так прикольненько, оригинально сделано, полукругом. Отсюда мы зашли. Сейчас попробуем ножки измочить, наверное. Ага. Отправляемся по камушкам. Очень полезно для ножек. Вау! Вау! Оп! Отходи на водопад. Вообще прикольненько.
национальные свистопляски. Зашли, посмотрели маки, посмотрели новиночки от Самсунга. Такое вот стеклышко. Как называется, раньше раскладушечка, да, называлась? Да. А по стоимости такое стоит, это Galaxy Z Flip, да? 3500 дирхам. Умножайте на 20. Угу. Другая модель. Шлепаньки. Прикольненько. Ну, айфончик лучше. Продолжаем странствовать. У нас снова небольшой ланч. У Анютки супик. У меня немножко неудачный супик. Ну, это наш такой небольшой выбор. Хотел облегченный супик, но получилось, что мне положили кукурузу. Кукурузу я вообще терпеть не могу. Меня от нее тошнит, если честно. Вот. Но мы сейчас ее с ней справимся. Анютка мне очень помогает. Мы сделаем мне вкусный супик. Да, Анюта? Да. Вот так вот. Сейчас ускушать или да. Все. А теперь для фанатов риса. И вот тут просто море разного, разнообразного. Со специями. С чем еще? Для разных блюд, я да. Так думаю. Даже хурущи мы сегодня погуляли. Рисик полит тоже из-под рыбки, видимо. Это у нас овощи, гриль и булочка. И у Анютки тут тоже такой ужин. Ждем чай. Да? Я положила. О, очень. Немножко мы припозднились в наших прогулках. Добрались поздновато. Сейчас время 15:09 по местному времени. Пришли. Вот все, что осталось, можно сказать, мы себе взяли немножко на ужин. У меня рыбка в кляче. Обработки, басмати. И большие чипсы. Для вечеринок. И снова здравствуйте. Сегодня 31 декабря. Мы уже завтракаем. Вот такой наш небольшой вкусный стол. Приятного аппетита. А за окном у нас, вот видите, белье сушится. Говешки птичьи. Там птички еще. Ну а нам очень сейчас будет вкусно, я надеюсь.